какой нас, как, какая ножка. Здравствуйте, мои прекрасные зрители. Ну что ж, приветствую вас снова на улицах Падуи. Кстати, знаете ли вы, что уги будут греть вас гораздо-гораздо больше, если вы будете надевать их без носка. Единственное, что на маленького ребенка надеть без носка практически невозможно, если он не хочет надеть без носка. Но вы, пожалуйста, имейте в виду, вам будет гораздо теплее, если уги надевать на босую ногу. Ну что ж, снова подаванский стрит-стайл, и здесь снова, что называется, без комментариев. Пальто, пальто и еще раз пальто. А если очень холодно для того, чтобы щеголять в одном пальто, то поверх пальто какой-нибудь меховой жилет совершенно точно, либо шарф, либо палантин. На самом деле, я до того, как начала жить в Италии, недооценивала шарф и палантин. Шарф и палантин из 100% шерсти действительно могут согреть. Будут еще одним слоем одежды, который будет выглядеть красиво, стильно, но и также согревать. Пожалуйста, обратите внимание на сапоги. Пальто и сапоги смотрятся, на мой взгляд, непривычно красиво, потому что за последнее время мы все-таки больше привыкли к пальто и кроссовкам, к пальто и кедам. В то время как сапоги на каблуке, либо без каблука, смотрятся очень-очень красиво с пальто. Предвосхищая события, делаю небольшой анонс. Героем следующих двух стрит-стайлов будет шляпа. Шляпа у мужчин, шляпа у женщин. Моим открытием этого сезона, зимнего сезона, явилось то, что я поняла, что шляпы, по крайней мере здесь в Италии, носятся и сочетаются совершенно со всем. Это могут быть даже спортивные штаны, это может быть даже пуховик, и при этом это все может смотреться очень и очень интересно. И, кстати, да, пуховик, именно необычный пуховик, станет героем одного из видео, одного из ближайших видео о стрит-стайле. Хотела показать вам обувь со скидками, точнее цены, уже с 30% скидкой, но вижу, что засветилась табличка, на которой была написана исходная и конечная цена, поэтому просто обращу внимание снова на Челси. Вот такая обувь, она универсальна. Прекрасно смотрится с брюками любой ширины и длины, прекрасно смотрится с юбками. Обратите внимание на такую обувь, если вы ищете себе универсальную обувь. И в особенности обратите внимание на обувь, которая справа. Это пара универсального цвета, цвета жженой карамели. Хочу остановиться отдельно на этом образе, он кажется очень небрежным, но при этом он очень продуманный и его очень легко повторить. Это, конечно же, кроссбэк, это, конечно же, расстегнутое пальто. Итальянки не носят пальто расстегнутым случайно, они делают это умышленно. Это широкие брюки, они прекрасно сочетаются, мы привыкли к ним в этом сезоне. Обратите внимание, молодая итальянка тоже в расстегнутом пальто. Кстати, пальто плюс свитшот – это очень хороший, очень классный прием. Что называется, не поддувает, смотрится очень-очень стильно. Этот сеньор для меня лично пример абсолютного стрит-стайлерства. Посмотрите, как все выверено, но при этом не смотрится нарочито. Шляпа и шарф полностью совпадают по цвету. Обувь также совпадает по цвету. Это замкнутый образ. То, что мы видим внизу в цвете обуви, повторяется наверху. Такой прием очень-очень рабочий. Пожалуйста, если у вас есть обувь определенного цвета, попробуйте подобрать к ней головной убор такого же цвета. Примерьте, и вы сможете убедиться, посмотрев в зеркало, насколько иначе, насколько более выигрышным становится весь ансамбль, когда он, что называется, замыкается. В этом кадре главное даже не Тедди. Тедди мы видели уже много раз, хотя это, кстати, вариация на тему Тедди. Это не пальто Тедди.
который предложила Макс Мара год назад в этом цвете. Нет, здесь мне хотелось обратить внимание снова на очень укороченные брюки, по-другому не скажешь, голые коленки, но при этом у парня, кстати, у парня кроссовки Gucci, которые мне не очень нравятся, у парня полностью закрыта щиколотка плотным носком. Я вам совершенно точно могу сказать, что это горячий тренд. Правда, уже уходящей осени и зимы, но я думаю, что там, где меня смотрят, мои зрители в основном все-таки из России, этим трендом можно щеголять и пользоваться еще несколько месяцев. В Италии в следующем году, в следующем холодном сезоне, я просто предсказываю, большинство модников закроют щиколотки каким-нибудь цветным, фантазийным носком, возможно, фактурным носком, возможно, на носках появятся пайетки, блестки. Эти носки будут действительно фактурные и будут отдельным, самостоятельным и очень популярным аксессуаром. И снова эти так называемые старомодные дубленки. Я не знаю, где люди их достают, где они их берут, но если у вас есть такая, либо вы знаете, у кого можно позаимствовать, пожалуйста. Эти дубленки прекрасно смотрятся что на мужчинах, что на женщинах. Ну что ж, немного о стрит-стайлерстве. Если вы думаете, что этот белый пуховик случайно спустился с плеча, то вы глубоко ошибаетесь. Вот такие объемные вещи, включая и пальто Тедди, включая пальто Чебурашку, включая объемную искусственную шубу, нужно носить именно так. Именно так они часто предлагаются на подиумах. И могу сказать, что это достаточно комфортно. Как раз таки эти вещи очень объемные, они очень хорошо сохраняют тепло, поэтому обнажить одно плечо, когда на улице не столь холодно, как возможно может быть, это очень и очень по-стрит-стайлерски. Я желаю всем фэшн смелости иметь, чтобы вот таким образом носить одежду. Современная одежда оверсайз, она именно так и должна носиться. Либо наброшенная на плечи, что, кстати, достаточно удобно, несмотря на кажущееся неудобство и ощущение, что вот-вот с тебя спадет пальто, либо куртка, наброшенная на плечи.
Ну что ж, белый пуховик, а также вот этот пуховик, это как раз-таки пример необычных современных пуховиков. Они могут быть очень объемными, они могут быть с разной прострочкой, непривычной нам горизонтальной, она может идти даже по диагонали, она может идти самым-самым фантазийным образом, и это, конечно же, пример современного пуховика. Менять ли свой привычный пуховик на современный будет решать, конечно же, каждая модница для себя индивидуально. Сколько они еще будут модны, тоже неизвестно, и сколько они будут на пике популярности, также никто не сможет предсказать. Но могу сказать, что, конечно же, объемные пуховики очень и очень удобны. Прежде всего тем, что под них можно много чего надеть и, соответственно, не замерзнуть. Объемные пуховики могут подчеркивать также нашу хрупкость, когда в более теплый сезон мы будем носить их просто на один слой одежды, допустим, брюки, допустим, какой-нибудь тонкий свитер, все это мы будем носить расстегнутым. И вот такой образ, огромный-огромный пуховик и что-то очень тонкое снизу будут создавать иллюзию некой хрупкости. Ну что ж, увидимся очень скоро, посмотрим на необычные пуховики, на самые-самые хорошие сочетания, с какой обувью носить, с какой одеждой носить. Я же на этом с вами прощаюсь, увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова, всем пока-пока!